Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы опять с вами встретились, и я отвечу на те вопросы, которые возникли по ходу нашей передачи или в процессе общения с животными. В данном случае у нас на приеме собачка по кличке Бусинка, Буся. Значит, породы йоркширский терьер. Значит, собачке 3 года, и проблема, с которой обратились к нам, это то, что глазки, значит, подтекают, то есть выделение есть из глаз, ну и по утрам, соответственно, появляются корочки. Слизистая несколько отечна, значит, и красновато. Вот. Как правило, в домашних условиях глазки протирают кипяченой водой или промывают. Ну, иногда используют или настой ромашки, или заварку чая. С профилактической целью 1-2 раза, то есть утром и вечером, это вполне нормальное явление. Но если есть проблемки, то эти, ну, будем говорить, народные средства нужно применять 4-5 раз в день. То есть заварку чая применяем или протираем глазки заваркой чая 4-5 раз в день. Или ромашкой то же самое 4-5 раз в день. Этого на незапущенный конъюнктивит вполне достаточно. Ежели подобные препараты или средства не помогают, тогда нужно обращаться к ветеринарным специалистам, и уже мы смотрим, что нужно в этом случае применить. Очень часто именно подтекают глаза. Это связано с тем, что пыль есть и некое аллергичное состояние организма. То есть это кормление готовыми кормами. Нужно очень быть внимательными. Да, если видите, что на корм есть какая-то реакция организма, значит, этот корм нужно заменить другим. Вполне допустимо, что все это пройдет. И не давать вот эти вот копчености или вареные колбасные изделия, которые в магазине продаются. Для собак, увы, они иногда очень и очень нехороший вызывают процесс. Поэтому лучше не рисковать. На этом мы с вами прощаемся. Если у вас возникли вопросы, то задавайте по номеру телефона, который видите на экранах своих телевизоров. Всего хорошего, до свидания. Ваш питомец не играет, плохо ест и у него горячий нос? Врачи клиники доктора Калинина помогут ему в день обращения. Хирургические операции и терапия, диагностика и консультации. Вызов врача на дом. Более 25 лет помогаем вам и вашим питомцам. Наш адрес: город Челябинск, улица Гагарина, 2. Телефон 230 29 30.